баскетбол — это игра для больших парней. Тот самый случай, когда рост имеет значение. Сейчас редко встретишь игрока ниже 180 сантиметров, а вот выше – пожалуйста. Но даже среди великанов есть свои лидеры. Гиганты единой лиги ВТБ. Топ-5 самых высоких баскетболистов турнира возглавляют два центровых из «Автодора». Артем Забелин – 215 сантиметров. Артем Клименко – 214. Такой же рост у Дмитрия Соколова из подмосковных «Химок». Самый высокий житель Перми – Александр Винник, и его 213 сантиметров – лишь четвертый в масштабе единой лиги ВТБ. Центровой «Астаны» Антон Пономарев с ростом 212 сантиметров замыкает пятерку. «Автодор» — уникальная команда по показателям роста. В составе саратовцев объединились самый высокий баскетболист единой лиги ВТБ Артем Забелин, 215 сантиметров, и самый маленький. Рост Джастина Робинсона всего 174 сантиметра. И если выбор вида спорта у Артема был очевидным, то для Джастина баскетбол — это тот самый случай, когда любовь оказалась сильнее преград. Я стал профессиональным баскетболистом, потому что я люблю эту игру. Я с 7 лет мечтал об этом, рос, смотря на игры НБА, и это естественно, что я сам захотел играть. Иметь возможность сейчас профессионально выступать в России – это потрясающе. Иногда маленький рост – это недостаток, но я не обращаю на это внимания. Я использую свою скорость в свою пользу, потому что всегда будет кто-то выше тебя, и тебе просто надо их обогнать. Рост здесь помогает. Артем Забелин и Джастин Робинсон. Разница между ними – 41 сантиметр. Но игра стирает эти границы. Джар не теряется на площадке, потому что он достаточно быстрый и такой агрессивный малыш, который спокойно обходит своих соперников, в случае чего. Также с ним достаточно, ну, как сказать, удобно играть, потому что он как бы смотрит всегда передачу на большого и то есть ищет глазами. Он большой парень среди маленьких игроков «Автодора». Мы можем это использовать. Между нами очень большая разница в росте, но наши с Артемом комбинации могут быть очень удачными. Что тут говорить? Я все вам покажу. Не так важно, куда я отдаю передачу. Он достаточно высокий для того, чтобы поймать мяч. Данк – самое эффектное, что есть в баскетболе. Я не часто забиваю сверху, но зато помогаю партнерам. И кто же не любит бросать? 3 очка лучше, чем 2. И если ты промажешь, то он всегда может взять подбор.